глаза снова разбегаются. Да, вот. Зачем ты показываешь мне? Ой, такой запах приятный вообще. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Сегодня у нас будет очередной влог. Нас пригласили в Дом Великана. У нас открылся новый в Ростове. И мы сейчас туда едем. Сейчас я заеду за Леночкой. Сыночка сейчас будет спать. Аккуратненько, не придави себе ручки. Смотрите, я хотела показать. Одна из моих подписчиц прислала мне вот такую красоту. Это я в миниатюре. Она делала по фотографии. Она со своей мамой шьет таких куколок по фотографии, дублирует одежду. Вот видите, блондиночка, это я. Кстати, ко мне недавно, вчера буквально заходил брат, и я эту девочку поставила так над цветами, она нюхала вот так вот боком. И он сразу увидел, говорит, смотри, Селена маленькая. Я говорю, ну да, и шапку фирменную мне сделали. Я в Инстаграм сделаю пост, заходите в Инстаграм ко мне и посмотрите, по какой фотографии сделано. Ну и отпишите, как вам нравится, насколько похоже. Девочка молодец, большое спасибо. Вы с мамой просто большие рукодельницы, правда. Очень интересная, классная идея. И я на самом деле очень давно хотела себе такую мини-Селену. Вот, так что вот так. Спасибо большое, мне очень нравится. Она теперь прекрасно дополняет мой интерьер и вообще класс. Силя! Все, побежали, а то Ленок ждет нас. Опять темень, ты посмотри. Сынуля уснул у меня в машине, я сейчас жду Лену, а сама еду. И хочу, знаете что? Помните, в одном из влогов я пила с шариками такую вкусняшку. Кстати, сзади вон они. Подарочки. Жду, еще одна девочка должна мне написать и отправлю по ссылочке, кто выиграл в конкурсе. В общем, хочу вот этот чай холодный с этими шариками, внутри всякая вкусняха, прям умираю хочу. Сейчас малой как раз поспит, мы что-нибудь вкусненькое съедим, что-нибудь сладенькое хочется. Хотя я сегодня одела такое платьице в обтяжку, выйду, покажу вам, что как бы... А, вон Ленок бежит уже, что лучше что-нибудь ничего не есть, чтобы было все стройненько. Я так рада, что я, в принципе, уже могу после родов носить и фотографироваться так, как я люблю, что быстро пришла в форму. Ладно, все, открываю ей дверки. А может, вы поздороваетесь с ней? Ой, у меня как всегда завал, двигай прям все это сюда. Весь мусор. Машина блондинки. И принимаем блондинок в гости. Привет. Сладкий, да. Я рассказываю, что я хочу сейчас, я прям еду и прям думаю, ты загорела, что ли, еще больше. Загорала? С тобой, в этом гости. Хочу вот это с шариками, вот эти вкусняшки. У меня вкусняк такой, я хочу, чтобы что-нибудь повзрывалось у меня вот тут. Да, вот. Зачем ты показываешь мусор? У меня, да, я вот до сих пор. У меня не машина, а мусорный склад. Ладно, поехали. Ой, мы пришли в это прекрасное место, в общем-то, как показать, я не знаю. Глаза снова разбегаются. Я хочу попробовать, Денечка, я хочу попробовать вот это вот портофино с гребешком и кабачками, летнее предложение. В общем, давно я гребешки не ела, надо попробовать. Так, мне принесли нутеллу мою. Я попросила туда порцию эспрессо сделать, сейчас буду пробовать. Но мне кажется, вот такой самый классный будет, холодный кофе. Сейчас попробую, скажу. Сейчас попробую. Просто Денька тут у меня рядом. Не хочу отключать. Нутелла, липнет карамель. Вау! Это божественно. Попробовали, но я теперь буду ходить только сюда идти. Так, Денька с кем-то там заигрывает, а? Денька заигрывает с соседним столиком. Ну как тебе? Класс, да? Очень. Перфекто. Нам принесли вот такую вкуснятину. Это гребешки. И Лена тоже себе такую заказала. Только она ушла руки мыть, а я сейчас попробую быстро. Так, сначала я попробую сам этот супчик, да? Неплохо, неплохо. И гребешок, я давно его не пробовала.
Я все думала, на что он похож. Он похож на рыбку. Да, реально гребешочек очень вкусный. Но я не доела. Я бы съела бы только одни гребешки. Сладковатый немножечко этот соус. Но все равно вкусный, но я что-то не голодная, и жара. Вот это вот, вот этот кофе, который мне сделали. Да что ж такое? И все липко. Я влезла. В общем, кофе, который мне сделали, он замечательный. Вот этот коктейль с кофе эспрессо. Все, мы допиваем и идем, да? В дом великанов. Ничего себе, какие большие вешалки. Лен, встань, вот я хочу, чтобы на уровне, какого они. А ну, возьми вешалку. Какая-то ручонка маленькая. Слушай, прикольно. Надо тапки одеть, попробовать. Интересно, как зовут этого великана? Печка, меня там реально можно запечь. А ну, она открывается? Садись, Алёнушка, в духовку. Гля, пошла. А, помогите. Дэня, пойдем. Вот такой огромный стул. Олимпийка вообще здоровая. Тапочки. В общем, мы пофоткались изрядно тут. Все остальное в Инстаграме, в общем. Самые лучшие кадры. Ну, а там заветная комната лилипута и великана. Зашли в рандеву, и так мне нравится вот такого плана обувь. Хочу купить что-нибудь себе такое. Но померю я вот эти. Под свой костюм новый, который я вам еще не показывала. Ну и вот эти, что-то такое интересное, кожа. Ну, в общем, пройду сейчас еще погляжу. Здесь 25% скидка сейчас. Сколько стоит они? Вот, 25% скидка. 7,5 получится. Мне кажется, очень хорошо для натуральной кожи. Так, ну мы еще погуляем. Так, а вам какой больше нравится? Подходит к этой черепахе и такой весь напрягается, такой Ленок, кстати, увидела, вот ей очень понравился костюмчик вот этот вот на Дыньку. Вот мы взяли, уже к осени готовимся, вот такой вот стильный, вообще на стиле весь. А Дэня, тебе что, да темненький нравится? Да темный. Лена говорит, вообще зачем для детей такие темные делают? Вот такие вот кроссы было бы клево, но ты, у тебя еще маленькая ножка. Дэнь. Чего ты там? Не порти, девочки работают, а ты тащишь. В общем, темень Тименская, да? Мы погуляли, мы зашли в дом великана, в общем-то. А, что-то мы вам потом поснимали, да? Ну, в Инстаграме будет больше всего фоток разных. Потом мы пошли погуляли по горизонту. Я себе присмотрела классные тапки. Сейчас Ленок быстро отвезу домой и мчу в Мегу, потому что они остались там одного размера. Вот, я надеюсь, их не продали еще. Хочу взять, они, мне кажется, будут классные. Все, на связи. Дыня! Зайчик мой. Ну все, давай. О, вижу я Ваня. Дошла я, наконец-таки, до Меги. Взяла я эти кроссовочки, они были последние. Вот. Ну, в принципе, мне нравится, все хорошо. Только надо с нормальным носком дома померить, потому что с капроновыми такое ощущение, что они большие. Но 37 у меня это минимум. Не может быть уже еще меньше. Если они, конечно, не маломерки или большемерки. Вот, сейчас беру домой к себе, потому что готовить ничего не смогу. Сына заснул. Я взяла себе синабон. Давно не брала его, кстати. Взяла с корицей и с шоколадом. Но больше, по-моему, я люблю с корицей. Но я взяла маленькие, чтобы не обжираться. И зашла в Вкуснолюбов тоже блин Цезарь. Мне очень нравится. Сейчас приду домой, сынулю положу. Сама Цезарь лупану, видео для вас на завтра подготовлю, и все. Короче, сегодня классное время провели. Возможно, дома я не включусь, включусь уже завтра. Вот. А тапки вам покажу, ну, либо сегодня, либо завтра, может, сегодня. Фоткать буду Лене, она попросила меня с костюмом сфоткать. Но я вам костюм не покажу, а тапки покажу. В общем, вот такие кеды я взяла.
Здесь серебрушечки такие. Вот, кожаные. Не буду показывать пока костюм. Уже потом все вместе покажу. Вот такое я хотела. Доброе утро, мои крошечки. Уже, конечно, не утро, уже день. Ну, просто я утром не вышла к вам на связь. В общем, еле уложила сына в 4 часа вечера. Представляете, в 10 встали, в 4 уложила. И то еле-еле, прям не хотела спать. Привела себя в порядок, искупалась. Воспользовалась воздушным кремом, маслом для тела. Просто великолепно. Мне из Израиля подружка привезла. Вообще, я в восторге. Потом вам покажу, когда буду показывать все, что в моей ванне. Сейчас хочу сделать уходик за собой. Я купила вот такой вот... Так, опять Тони Моли. Мне все время хочется Томми назвать. Томми Моли, а не Тони Моли. В общем, Тони Моли. Масочка. Ну, я уже такая омолаживающаяся. Покупаю все, чтобы морщинки разглаживала. Все дела. В общем, масочку эту сделаю. И вот такие купила тоже. Тоже от морщинок. От всего такие черненькие штучки. Сейчас одену. Покажу вам. А потом скажу отзыв свой. Гидрогелевая маска для глаз. Сразу скажу. Пептиды содержит. А, змеиный яд. Вот это змеиный яд. А маска с коллагеном интенсивно увеличивает упругость кожи. В общем, для экономии времени я все наношу сразу. Вот мне не очень нравятся гелевые штуки, ведь они такие классные, прикольные, их даже не хочется выбрасывать. Но они слазят. Короче, нужно лежать. Вот эти гелевые штучки, они слазят. Нужно их поправлять. Ходить, в общем, невозможно. Ну, масочка хорошо легла. Масочки я люблю, конечно. Я использую разные всякие марки. Еще не нашла что-то супер-пупер для себя одно. Я люблю вместе с шеей и декольте маски. Длинные такие. Но что-то я не посмотрела. Ладно, пойду лягу. Поправлю сейчас все, пойду лягу. Чтобы эффект был ошеломляющий. Подлежала. Ну все, снимаем. Ну, такой запах приятный вообще. Сейчас посмотрим. Ну, я бы не сказала, что у меня, конечно, все исчезло с первого раза, но ощущения мне нравятся. Хорошие. Жду, пока сына проснется, и буду сушить волосы. А потом, да, я не сказала, мы поедем, я поменяю кроссовки, потому что я их померила вчера и так расстроилась. Все-таки они мне большие. Это первый момент. Под носок даже обычный, потому что я под капроновы мерила. И еще печалька, вот они не смотрятся, блин, под костюм, который я брала. Там еще одни есть кроссовки, другие. Вот, но немножко другой, конечно, фасон. В общем, я не заходила в другие магазины, я еще посмотрю, а эти кроссовочки сдам, потому что они и выглядят большими, и они немного похожи. Вот этот носок серебристый, он так торчит. Вытянутый, в общем, не классический кеды, а такой вытянутый носок. Я не очень-то люблю. Короче, я так посмотрела, под одно померила, под другое, с носками, без носков. И я чувствую, что что-то не то мне вообще не нравится. Поэтому сегодня поменяю. Все, от сына зависит, жду, пока он проснется. Все, пошла сериал смотреть. Смотрю сериал, сейчас мне очень нравится. «Взгляд из будущего» или «Взгляд в прошлое» по Первому каналу, все серии. Ну что, мы вышли. Мы неделимы. Песня идет. Так, мы вышли, все, едем. Время у нас без 27. Половина седьмого. У меня, как всегда, спешит все. В общем, накормила сына. Заодно так прогуляемся немножко там, в общем. Потом надо еще эфир сегодня провести, а то я что-то давно не была. Уже пишут даже. Проведи, проведи. Скоро буду. В общем, все, поменяла без проблем, все, искала, искала, ходила сейчас. Что-то я, походу, не знаю, что я хочу. Ну, вот я такого плана хотела, но мне вот не понравилось, как они сидят. Может быть, если были бы такие, только моего размера и не удлиненный нос вот такой, я, возможно, взяла бы, но таких нет было, чтобы мне полностью понравились. Ну, ладно, пока лето еще, поищем. Все, домой, котенок.